Что ж, дорогие зрители, всем привет, с вами Слэм, мы продолжаем этот эпичный, великолепный экшен, который называется Counter-Strike Global Offensive, и сейчас ко мне присоединится один из лучших в свое время по версии 1.6, бронзовый призер чемпионата мира по компьютерным играм. Он уже стоит и просто хочет меня убить, друзья, это Юра Страйк, наш самый юрецкий трец, храбрец, меч-кладенец. И вот через пару буквально секунд он ворвется в трансляцию, пока Тафа будет занят начиткой, Юра составит мне компанию на этом матче. Ну так, друзья, Team Dynamic, Team Dynamic, они же Соединенные Штаты Америки против Anexis. Эх, непобедимых старладдеровцев. Да нет, победимые, почему? Просто на старладдере хорошие результаты показывали Anexis. Вот посмотрим, что будет делать PEX и его компания против датчан, потому что факулки они разобрали. Так, Юрий. Да, всем привет, друзья. Впервые я буду комментировать. Ты можешь пониже себе стул опустить, чтобы микрофон попадал прямо тебе рядом вот с... Рядом теперь, туда, чем да? Говоришь, да? Чем я говорю, да. Ну вот, короче, впервые я буду комментировать CSGO, так что если я буду что-то вот там задавать глупые вопросы или делать какие-то неадекватные... Юрий Страйк, Терещенко, глупых вопросов не бывает, уж вы-то это прекрасно понимаете. Но пока что у Юры здесь культурный шок, он не знает, на что нажать, если да, честно. Потому что тут полностью все контроль ситуации. Один от 1 до 0 это игроки, то есть ну, все 5 атаки. Вещаем мы с твоего компьютера, да? Да, вещание с моего компьютера, чтобы ты удобно переключался на контрол, у тебя вся карта, и она также убирается. Плюс ты можешь мышкой рисовать вот на этой штуке. Что тебе еще сказать? Ну и все, больше тебе ничего не надо, по сути. Как... Да. Такие спасибо. Вот дела. Расскажи, Юрий, насколько ты познакомился вообще уже с игрой и как тебе вообще? Да, у меня вот как-то все неоднозначно получалось. Начали мы, точнее, я единственный, кто начинал делать обзоры по этой игре в арене. Ну и после чего как-то все с этим подзавязалось. Подписали меня на Asus 1.6, ну и теперь вот наконец-то подключили CSGO. CSGO. Итак, Юрий, ну что ж, ты здесь видишь, пока 5-3, смотри, Anexis-то берут раунд за раундом. Для начала я тебя познакомлю, наверное, с командами. Anexis — представитель датской школы Counter-Strike Source, топовая команда капитан. Европы. Team Dynamic — это топовая Source-команда Соединенных Штатов Америки. Сейчас эти коллективы дерутся в новой для них дисциплине. И пока Anexis выглядят уверенными. Я вообще ставлю на них в этом матче, но считаю, что Америка может удивить. Как ты считаешь? Ты знаешь, вот пока по названиям, ну типа, с командами я знаком. Но вот с игроками, к сожалению, по ходу я никого не знаю. За Anexis играют TMSL, Каджун, Пнил, Пимпс и Каджун. Вау! Вау! Мы этих парней уже видели на Star Series, Starladder, тебе их видеть придется очень часто. Запоминай. Ну, а вот Америка поинтереснее выглядит. АЗК, Адрен, Суакик, Пекс, Пекс, АЗК. Это два игрока из Канады, три американца и две канадские капли в бурном омуте американских мыслей присутствуют. И, по-моему, даже как раз-таки эти канадские капли и телефон Юры Страйка спасут американцам пару раундов, я думаю, в этой встрече. Пока что еще одинаково между ними. Так, а вот ты мне пока объясни, что произошло с Кадимом? Кто взял пистолетку и кто потащил их? Пистолетку взяли Team Dynamic, если я не ошибаюсь. Да, и выход на Б был. Все, была ответка, все, понял. За Nexus они, видишь, там с ФАМАСиками гуляют такие нормально. Вот ФАМАС есть у MSL, он доказывает нам то, что реально, даже если вы не смотрели пистолетку, то уж ФАМАС точно показывает, что пистолетку взяли американцы. А потом проиграли бай на Б-планете. Ну а тут пока что Nexus Rock Strategy for B-Plant. Вот, в принципе, со всеми подробностями я ознакомился в CSGO, но вот пока еще не знаю вот динамику игры толком и вот именно динамику игры 5-5, потому что вот как выбиваются пленты, тут все вот, не знаю, перевернуло но что-то тут, по сравнению тут, с 1.6. Тут все немножко, понимаешь, тут все вот, короче, смотришь на атаку, ориентируешься по атаке реально, ну то есть атака реально управляет процессом. Вот на таких картах. Именно на этой карте? Или да, вообще? На этой карте, на том же там самом Инферно, как бы, да, все зависит реально от атаки. Куда она идет и как она идет. Вот. Так, ну будем потихоньку разбираться. Инферно здесь план такой. Вот здесь игра немножко аркадная, как бы, я считаю. И вот от дефенса аркада будет много в защите. Там вообще сказал я хрень какую-то, но бывает. Типа, короче, дефенс агрессивно практически не играет, да? Это большая редкость. Оу-е. Ну, тут Юра опять запищал телефон, и Юра его об стену прокинул. Слэм АУ, сделайте, что сделаете, друзья? Чего у них с микрофонами? Что происходит? Что у нас с микрофонами? Юра орет. Где Юра орет? Не орите. Не орать, хорошо, я сделаю потише сейчас. Так, Юр, давай, раз-раз. А ну, раз, проверка, раз-раз. Еще. Ушел на прощание, настроил нам микрофон. Раз. Раз. Прием. Прием, нормально все, ребят?
Юра орет. Все, я Юру сделал потише, себя сделал потише. Слэм Чакван комментит Big Rip Qnetic. Круто, я рад за него. Удачи Qnetic'ам. Так. Так, звук. Контра у нас, карта, да. Звуч, йоу, Бенни, Слэм. Что такое? Сори за мат, не понял за мат. Ну что, скажите, еще потише сделать? Просто вы напишите, пожалуйста, группа SL4 Minisports комментатор, либо Киберарена ТВ. Так. По громкости норм было, Слэм, звук нормальный теперь. Все, спасибо, спасибо, смотрим. Ну что, Team Dynamic, друзья. И еще один эко от Team Dynamic, на 3-1 будут они отваливаться. Тяжело парням, конечно, вот, ну, взять, смотри, пистолетку. Впервые вижу, чтобы в гол ходили под шифтом. Вот. Нет, ходят, на этом турнире уже ходят под шифтом. То есть на ESPC, например, играла нормально только одна команда на стрельбе, это не по Ivory Games, да, там были тупые перестрелки. А вот здесь вот уже проявляется стратегия, и можно много интересного для себя усвоить, нового поймать, если, конечно, хочется что-то усваивать. Можно, в принципе, из головы выпустить, как я обычно делаю, и ничего не запоминаю. Но иногда можно и запоминать. Так, ну вот сейчас будет выход парыч, там чекает красный парень, но он разменный явно. Остальная тройка игроков дефенса попытается отрезать, наверное, девайсов. Ну, флешечки тут по-прежнему сумасшедшие, да, типа? Ну да, но они уже не так долго флешат, как изначально было вот в бета-версиях. И сейчас играет народ много на моменталах. То есть очень много моменталок. Все стараются равномерно, четко давать моменталочки. Так, ну счет у нас уже 3-1 становится. Анексис после того, как потащили вот... Так, вы закупочку. Как будто в туннеле. Так мы в туннеле. Слэм, спой. Fly over, fly over. А то есть ты, тебе говорят, а ты делаешь, да? Ты говори в микрофон, пожалуйста. Я говорю в микрофон. Юрию нужно быть немножко поуверен. Не, меня просто попросили спеть, почему бы и нет. Молодому человеку это поднимет настроение, а это самое главное. Ведь без настроения смотреть Counter-Strike это совсем худое дело. Гиблое для всех. Ну что, американцы... Так, давай посмотрим лучше на карту и вот что происходит у нас что вообще. Происходит? Свак сейчас поджимает длину, будет играть на инфу, под флеш от АЗК, наверное, будет заходить, потому что тот вот сейчас сам белый, первой флешкой, видимо, промахнулся. Смотрим так, на Свака. Ну, давай так, 4 игрока команды Anexis будут проходить по парапету, и вот Зои Пимпс... АЗК с АВП сейчас будет их принимать. Да, и вот посмотрим, как будет. Смотри, у кого-то молотов, кстати, вот посмотрим, куда молотов. Да, молотовы, они падают в плен сразу, чтобы кничку сбить, и падают на подъем. Возможности минус от ПЗК на опыте. Ну вот просвет не видел, но со второй попытки заметил. Сразу исправился в этой ситуации. Минус 2, да, Ладрен закрыл в этот момент Каспера. И ну... есть шансы все у Team Dynamic сейчас просто разбить здесь эту бомбу. Тут по факту только Нили остался с Пимпсом. ВП, кстати, очень шикарно сыграл на планете. Сделал 2 отличных минуса. Первый был зумчик. Ну там даже не фазумчик, он заметил парня, тот по нему попал, но почему-то его чувак с девайса не стал добивать, неясно, неясно. Ну, на самом деле, знаешь, какие-то отчаянные действия были, вот глупо, по-моему, было прыгать вот сюда вот на спуск. А, нет, что... нет, не глупо, короче, смотри какой расклад. Вот обычно, дым в еще кидается, смотри, да? Я объясню, как происходит. А, короче, сюда падает молотов, потому что обычно здесь может стоять чувак, да, uh-huh, вот тупо uh-huh. Здесь в плунте. А, в этот момент, вот, например, финны играли, как, смотри, они давали дым от этой стенки, этот дым падал вот сюда в просвет, и лежал в просвете. Чувак прыгает отсюда сразу туда, бежит в этот дым и ломится, чтобы убить рекламу, потому что обычно на рекламе стоит АВП. Если в 1.6 мы могли изолировать рекламу там тем же дымом, да, простым прокидом, ну, то да. Здесь это нельзя сделать, и вот такие вот действия приходится предпринимать. То есть очень агрессивные, сложные, но они работают. И именно это и пытались сделать американцы, только без дыма на просвете, это и решило, в принципе. Короче, теперь дымок летит у нас в пре. Ну да, ну да. Так, это интересно. Вот, буду узнавать там много всяких интересных штук. Так, сейчас и... вот Адрен даст еще прогренчик. Интересный напарочка, ЗК минус Каспер. Вот Свак пока без дела. Пекс, посмотрите, как стоял, так и стоит в этом медле. То есть он тут уже вот 2 раунда подряд этим занимается. Тем временем переместимся на парыч и посмотрим. Вот, пошел дым, пошел чувак на просвет, чтобы изолировать сейчас рекламу. И вот там, в принципе, АЗК не ждет. АЗК дает еще один минус на парыч, открывается на просвет. Вот просвет работает, и видишь, из-за дыма его нельзя увидеть. Вот такой был расклад. Ну, тут, правда, горе-атака Anexis сломалась, опять же, на том, что они открылись пары, а АВП не было изолировано, чувак в просвете не убил его на рекламе. И... Так, ну и теперь посмотрим, как вот чудо Пимс будет тащить раунд 1 в 3. Мне нравится цвет его аватарки, он явно очень мужественный, как и само слово мужественный. Блин, а у меня не отражаются аватарки. А у тебя его нет в друзьях, потому что. Опа! Вот отличный это банка, хэдшот. Просто кика. Ну что, тут он сейчас будет нарабатывать. Он знает, что один, скорее всего, КТ, один либо обходит с длины, либо вместе со вторым парнем.
Вот Пинс что рискует, играет десант и падает сразу на два девайса. Вот это, конечно, ну да, вот он не ожидал увидеть двоих игроков в РСП, думал один на длине где-то. Ну смотри, 3-3 с девайсными раундами, Америка собралась. Да, как-то поувереннее заиграли парни. Ну вот, мне кажется, залог успеха вот Team Dynamic — это пока успешная стрельба из АВП товарища АЗК. Да. Он просто делает минимум два минуса в раунде, а это не очень, даже очень серьезная заявка. Так, ну, это только я так вижу модельки или все видят так? Ну, я отчетливо видел. Да, все хорошо видят отчетливо модельки. А почему АВП не стреляет у нас? АВП просто стоит и ждет. А вообще в дым стрелять здесь безумная тема, то есть здесь дым вообще, вот он имба. Просто имба. Тут знаешь, какие фишки делаются? Вот, например, если тебе раньше надо было там кинуть дым, чтобы проползти по центру, да, здесь просто кладется дым, туда входят 4 типа и сидят в этом дыму, их не видно, а потом, когда дым рассеивается, игрока защиты ждет приятный сюрприз. Сюда. В голове. Сюрприз подходящий. Ну, в общем, дым — это живая стена, которая простреливается. Вы можете эту стенку по факту ставить где угодно. Так, ну и опять Анексис собирается выходить, ну, с зигзага. И опять АВП от АЗК. Ну вот сейчас его уже плотно профлешили. Согнали, Свак все еще ни одной пули, по-моему, так и не выстрелил. Вот за... Хотя не, один фраг у него есть. Блин, ну вот смотрю, и бомба постоянно ставится в одном и том же месте. Так, ну сейчас бомба на парик встала, чтобы отбивать ее с парапета. Будут на укрепление парапета играть атака. Вот Пим с ним подошел, флешка мид. И попытка застать врасплох, технично сыграл, но никого не убил. Так, АЗК делает очередной минус ВП. В дыму он нашел товарища Каспера. Он еще заметил плен. Сейчас минус коробка есть. Забрали Каджумба. Знает о нычке. Да, прострелил ее. Ой-ой-ой, на КТ неудобная ситуация. Возникает, тут пошел деф-бомбы. Пытаются тупку здесь забрать, не выходит ни ЛМСЛ, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот тут можно отметить, вот Анексис отлично растянули игроков. Один был в зигзаге, один в нычке, один в респауне. И вот большое преимущество появляется в атаке — выбивание с респа, потому что один человек может просто самостоятельно подняться, да? Теперь на зигзаг, ну, без подсадки. Нет, с подсадкой. Там нужна подсадка? Да, там нужна подсадка на бустере стандартно. То есть здесь есть буст тот же, да. И, ну как, вот буст даже не нужен. Не обязательно подсаживаться. Вот чувак может просто встать здесь, например, да, прыгнуть, как бы прочекать плент, где находится, и дать инфу спокойно и отбежать. То есть как бы здесь ты видишь весь плент, когда ты подпрыгиваешь. Ты знаешь, кто где находится. Если там такой чувак, реально заранее в нычке не сидит и не ставит бомбу, и ты его не видишь. Так что шансов здесь увидеть аплент намного больше. Он пониже якобы находится, да, чем предыдущий. В Counter-Strike 1.6. Да, да, да. Ну что, посмотри, сейчас будет выпад. Так, ну Анексис вот продолжает просто давить все свои раунды по зигзагу. Занимает его, вот Каспера оставили одного, ну а сами потихонечку ставят. Заходят на бэкплан. Америкосы, смотри, банку зааркадили, они прикрытие спину не закрыли. Как же потеряли два девайса. Ну еще бомбу потеряли на самом-то деле. Еще девайс отдали Свагу. Ой, сейчас Свак расстреляется, я думаю. Опа, а у Свага девайса не видно. Вы видели, что происходит просто? Я не понимаю, что это за баг, но у остальных игроков он отображается. Так, 2 в 2 ситуация, Адр на спрятался и кика на центре, ловит флеш. Вот он прячется за стенкой, его не видно, и атака забирает бомбу, уходит обратно на 0, пойдут либо длину, либо с респа сбегают на Б. Хотя, думаю, длина здесь более очевидное и логичное действие. Во-первых, успеют по времени, во-вторых, одного игрока можно оставить у ямы и разыграть бомбу на длину, а это уже как минимум 70% успеха в этом раунде. Так, ну есть инфа для кика, что проходит по длине, он подобрал девайс, сейчас будет спать. Вот Адрен сейчас не очень открылся против двух соперников. Ну смотри, прилетает флешечка, и теперь Адрен может просто разбирать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, МСЛ. Вот отдал он здесь Каджумба, зачем? Война с парочкой, минус плент, граната, вот это, трехочковый, стрейф направо. И опять же, вот в отсутствие правила правого плеча, стрейфы здесь выглядят не такими жесткими, как в 1.6. Вот реально, стрейф прям неконтролируемый. Если на вас выходит соперник, он вам сразу ставит пачку. Тут вообще, по-моему, со стрейфами как-то не все так просто, как в 1.6. Тут нельзя сделать просто микрострейф. Тут сразу ты, если дергаешься... То... Юрец, ты если говоришь, на меня не смотри, говори миг. Да, 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 хорошо. Микрофон. Так. Та, смс-ки всякие шлют мне. СМС-ки всякие шлют. Юрия. Пошлый. Встаньте от Юры. Пошлый смс. Пошлый смс, дай прочитать. Нет. Такс. Так, ну, кстати, вот тут динамик. Был отличный шанс потащить аккаунт. Мы вот это не отметили, но вот. Но чудом МСЛ разобрался. Они наверное выложились в раунд. Вот я сейчас смотрю, четверых игроков дефенса, флешки в руках, и все стоят, ждут с флешками чего-то, одно АВП от АЗК, а по деньгам у них, да, они скуплены вообще плотно.
по папкам. О, смотри, пошел выход 3-2-Б, есть уже миду, давит Зайца, ну, тут куча флешек вылетает. Нет, все, там минус Адрен, сейчас будет минус Кит, с двух сторон. Да, его зажимаю. Посмотри сейчас, что будут делать. А, ну это сейф от Team Dynamics просто. Минус 2-Б, это реально сейф. Каджун, конечно, попытается настигнуть здесь хоть кого-то. Ну вот увидел он отпрыгивающего игрока на просвет. Выходит без волнения, не смотрит на Парыч. Это может... Очень четкий раунд получился у команды Anexia. Сделали они все очень грамотно, под флешки, с дымками. Вышли в миду, продавили за зайчиком, или как эта позиция называется? Какая позиция? А вот там, где забрали первого игрока дефенса. Ну, от двери, да? Вот здесь. Да, вот здесь. Вот, да, тут, вот, он умер. Вот. Вот зайчик мозги раньше. Здесь, как видим, нормально. Мозги. Отдался. При том, что, слушайте, вот эта дырка от пули, две дырки от пули, больше, чем его голова вроде, да? Нет? Не, ну жесть здесь, конечно, вот. И глаза красные. Дизайнеры постарались. Долго, наверное, думали над концепцией создания глаз для игроков защиты. 6-3, друзья, Anexia впереди, пока Динамик терпит. Ты просто влюбился в эти глаза, да? Да. Я, кстати, думаю, что здесь у Динамиков цель реально, ну, на 6 раундов стоит, не больше, как бы. Им 6 раундов вполне хватит, чтобы по атаке сыграть более-менее нормально, но, опять-таки, сложно прогнозировать, когда видишь команду второй раз. Так, смотри, вот пошел у нас агрессивный поджим мидла, два игрока ворвались в нижнюю тэшку. Пекса за ящиком оставили, не два, один ворвался, один остался стоять открывать. Да, Адрен на себя разводит с дигла, и Пекс спокойно забирает первого. Нет, свак с гранаты забрал, Пекс аркадит верхнюю тэшку, видит спуск. И пытался отстрейфиться раньше Нили, но тот на опыте его перехватил, аркада верхнюю тэшку от кика. Это инфа как минимум. Да, граната еще влетает в тэшку, дым падает. Нет, флеш кика дал инфу и сказал, скорее всего, что был уход в нижнюю. А ЗК не успел зачекать мид, и выход в пустой аплент от Anexia вообще изи. Посмотри, как раскачали дефенс. Ну, мне кажется, это просто заведомо уже было продумано, потому что проем без девайсов. Там у кого-то был дигл вообще, по-моему. И вот у Адрена был, да, дигл. Было бы практически нереально сдержать вот эти ККМ, поэтому АЗК все делал правильно. Не знаю, зачем сейчас парни идут выбивать, шансы вообще минимальные. Тут тема в том, что как бы на сейфте здесь особо сильно не убежишь, а здесь легче закрепить какую-то позицию поближе, а потом не отдать и отойти. Ну вот, АЗК уже закрепил. Не, ну АВП все равно осталось, по сути, что минус один, они одного потеряли, но попытались хотя бы парочку как-то разыграть, в размен это все сделали. Не знаю, как по мне, было бы лучше засейвить 3 девайса, так как Адрен и Кика были... Ну, сразу убегать, это тоже... Нет, ну мы же... В этой игре так не делается просто. Ну, по хитпоинтам было четко видно, что не по шансам идти втроем против... Да это американцы играют, ну как ты думаешь? Вот это уже другое объяснение. Если эти парни там, ну не эти, а другие, Ария 51, тупо сплит не могли сыграть на А, потому что у них чувак на длине сидел и смотрел в стенку, какая она красивая. А его три тиммейта просто отдавались, а потом он еще пришел на длину и по ним пострелял. Ну, здесь, я думаю, лучше. Короче, если надо... американцы так делают... Мне предлагаешь привыкать вот к таким вот неадекватным действиям, да? Ну да, как бы. Не знаю. Все будет четко. Все топовые команды в 1.6, ну, такого бы себе просто не позволили. Еще куча раундов в первой половине, и надо было просто сейвить лишний девайс и пытаться разыграть его в следующем раунде. А пока MSL успешно открылся с нижней на парик, убил свага, будет удымление центра. Подготовочка, конечно, плохая, вот изолировался от АВП. Хая в центр, конечно, лишняя штука, но что поделать, запрыгивает на парыч, ну и... Его там уже ждут за стенкой один игроков, открывается, минусует, выходит второй под флеш, минус дает пистолет и пытается Пекс выстоять против этого нападения, но датчане здесь просто как викинги. Я так понял, дефенс теперь вообще не покупает диглы, P250 отличная замена USP, которая, ну и достойная. Ну, тут, да? Знаешь, тут на вкус и цвет, просто если посмотреть на шведов, да, там тех же Absolute Legends, они любят покупать диглы. Вот, а ну это КСР, наверное, да, бывший? Да. Ну, а они сейчас плотные. Фнатик покупали диглы. Кстати, Фнатик, несмотря на то, что готовились 5 дней на Dust 2, удивили меня, знаешь, какой подсадкой, смотри. Помнишь, были такие расклады, когда чувак в 1.6 выходил сюда, второй его подсаживал вот за этим ящиком, они убивали C58, либо просто хотя бы чекли рез для начала, да? Знаешь, что придумали Фнатик в CSGO? Они вот здесь вот просто подсадились, и чувак вот тут вот спокойно отсюда брал и убивал мид. Это была 3D подсадка, да? Нет, двойная. А, это через пульки он его подкинул, да? Или нет, как? Нет, он его просто подсадил вот на этот вот угол, и тот тупо вот контрол вот так вот весь мид CVP. При том, что его соперник выходил вот сюда в C58, пытался тут что-то сделать из-за ящика, но не знал, куда смотреть, и получил сразу пулю в голову. И дым, кстати, лежал. А тут типа как бы... Короче, до Фнатика эту посадку никто не делал, вообще, да? Я ее не видел. Может, кто-то и делал, но я увидел первый раз реально Фнатика на этом чемпионате. Вот это уже интересно. Родоначальники вот Фнатик вот очень вот плотно отыграли групповой этап, они раскатали поляков, они подрались с Мауспорс, очень уверенно.
снипами, конечно, там все понятно. Ну, снипами, походу, еще долго будет все понятно. Ну да, Гидрайт там устроил месть. Месть как карнавальную месть. Вот это, знаешь, такое типа кровавая Мэри. Можно назвать так этот микс, потому что два игрока сорсера и супер три эймера. Бросали флешками Парыч, выход мид, смотри, сейчас. Первый минус уже у него есть, сразу размен от Пимса. Вот в отличие от игроков из Америки, здесь сразу Анексис дают размен. Если бы выходили, например, американцы таким сплитом, то кто-то на центре бы потерялся по-любому. Но тут еще есть Каджун, который пытается здесь выстрелить. Вэмос или ему не помог сразу. Там АВП на пойнте мансовал вот столько времени просто. Он сделал один минус, после чего, вот я не знаю, он оставался жив. Ну, отвлекал еще... на себя внимание, ждал хелпу. Да, да, да. Возможно, да. Чтобы его не убили. Ну вот, походу, все-таки еще тяжело там. Вот я сегодня попробовал поиграть минут 30, как раз вот играл демчик на Дасте втором. Есть куча мест, в которых мне очень тяжело заметить модельку игрока, и, ну, вот проблемы возникают с этим. Правда, играл я в режиме окна, поэтому... В режиме модель... окна? Да, модельки у меня были очень маленькие. Очень маленькие. А почему ты играл в режиме окна, Юрий? Ну вот, сошел с ума и решил поиграть. Я надеюсь, что скоро мы намутим тебе нормальную видеокарту, и ты присоединишься в нашу стаф и команду. Изи. Порабощение этого человечества, этой игры. Я буду вас через недельку уже тренировать. Ты будешь нас... Такие они, бывшие профессиональные игроки из Украины. Из Украины. Team Ukraine. Юра, ну скажи Ukraine. Ukraine. Хороший юрец. Так, ну что, тут сейчас на пару часовок попытается удивить нас, да, и... Не получилось, Каджун его просто продавил, минус 2 от Каджун, выход плента, ВП от АЗК, единственное, что может спасти сейчас американскую команду от этой успешной атаки датчан на плент, и он, в принципе, сделал все возможное, 2-3, это... Очень играбельная ситуация, если бы на центре не было дискотеки. Да, вот реально, можно сказать, выдавил максимум из ситуации. Ну, все равно, вот я так понял, что, походу, зигзаг принимать очень тяжело теперь дефенсу, и там... Ну, просто американцы, видимо, они не рассчитывали на то, что атаки будут через зигзаг. Вот почему-то мне кажется, что если играть зигзаг через зигзаг в глобале, то надо играть его очень агрессивно. Пассивно стоять на ступеньках, как это раньше можно было делать в 1С, уже не получится. Нет, тема-то в чем? Смотри, вот как-то 4 по факту растягиваются по карте, да? Один остается в Т-шке, основное звено в центре, потому что в центре еще можно как-то на размен сыграть, да. И они просто стоят, ждут аркады. Один также есть всегда на поджиме, под длиной, то есть он стоит, ждет врыва. Если атака не играет быстро, это наоборот хорошо, я считаю, для них. Ну и они экспериментируют с этим. И видишь, как американцы отдают. Ну вот я на самом деле еще ни разу не видел вот агрессивных действий дефенса на зигзаге. Вот не было выпадов, не знаю, как эта точка сейчас называется, раньше это был вот, заход в зигзаг. Как она называется? Ты, вот, как вот, ты вот. Понимаешь, это парни из Америки. Они вот только что опять-таки же вот были в меньшинстве, один игрок был красным, но они отчаянно шли и верили, что они смогут выбить датчан. Вот не знаю, по-моему, опять-таки же было лучше бы засейвить свои девайсы и попытаться разыграть следующий раунд, да даже будет 3 USP, 2 девайса, уже будет интереснее, чем просто один красный и 2 девайса при поставленной бомбе идти и просто умирать. Ну сейчас никчемная аркада, даже ТС-шку даже минусы не делают, вот можно было добиться, ой, а тут Нили закрывает. Ой, Нили, ой, Пекс разменял. Так, а смотри, какая ситуация. АЗК и Пекс остаются... Чё-то посмотри, у АЗК 17 на 9. Статистика, 2 MVP, чуть не жадры. Тоже с MVP с одним. Ну, всех отрицательные, вот кроме АЗК, который на вот справлялся. Опять-таки же, ситуация 1 в 2. Какого ты забегаешь нажми в дверь? Нажми на тапы, посмотри деньги, чтобы понять, что будет сейчас по деньгам. Важный момент. Да, сейчас гляну. 4, да, пошел бай. Пошел бай у Адрена или АЗК. Ну, последний раунд, Адрена бай будет по-любому. АЗК тоже на последнем раунде. В 2 ВП играет Америка. Ну какой здесь зиг? Америка просто херово, по-моему, играет. Вот по-другому я не могу назвать. Ну, знаешь, стреляют вроде они круто. Опять же, знаешь, все всегда плевались как бы на вот американские команды. Например, Уха вообще их очень сильно любит. Ну вот то, что сейчас показывают они, мне вообще абсолютно не нравится. Вот знаешь, вот есть вот, когда что-то не получается, но типа у тебя есть попытка и есть мысль в раунде. Тут вообще какой-то бред происходит. Вот. Второй крупный турнир. Второй крупный турнир, где вот Team Dynamic до него добрались, на СВЦ их не было. Ну, вот ты, когда представил мне команду, ты сказал, что это жесткие. Ну, сурсеры. Сурсеры. Вот сурсеры – это ключевое слово. Так, свак. Вот на свага никто сегодня не пошел. Опять Парыч, ой-ой-ой. Ну, давай смотреть за АЗК, я не знаю. Но я думаю, что сейчас здесь будет изоляция очень-очень такая. Что происходит вообще? Я не понимаю. Так, ну самый популярный раунд Анекс – это выход зигзага, вот я это уже понял. Есть одно тело в кухне, одно тело еще на парочке, и минус АЗК сразу, плент открывает МСЛ за собой, как видим. Ну и все, и ставится здесь бомба.
А тут разве не работают такие штуки, как, например, вот сидеть с флешкой и вот как только пошел выход, откинуть моменталочку там какую-то? Под моменталочку. Ну, просто здесь. Или американцы просто этого не юзают, я вот не могу понять. Просто два разных стиля игры. Ну вот я видел, как бы как играют американцы, да, на всей трансляции там с их лиги, с финалов. У меня реально они не очень. Ну, они никого не. То есть они реально. Они еще просто пока слишком маленький опыт собирают против Европы. Ну вот они, по-моему, очень уверенно стреляют, но вот что-то у них все равно не получается. Нож, 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 ну! Эх, сейчас был бы подожди, нож. Подожди, это взорвалась бомба и атака выжила? Нет, нет, добили нет, парня. Все, все. Ну, 11-4 и результаты первой половины. Друзья, ZK 17-11, фраг-лидер команды Team Dynamic, One Nexus, фраг-лидер MSL 18-9, 13-10 у Каджунба. Ну, там все в плюсе, кроме Нили и Каспера. Ну и по очкам 47 это MSL и 50 очков у АЗК. Это жесть, на две звезды смог сыграть. Рэди пишет Адрен. Рэди Анексис, друзья. Ну и вторая половина этого противостояния. Да, сейчас посмотрим, как американцы будут атаковать. Вот. Посмотрим. Да, потому что вот заставил ты меня поверить в эту команду в самом начале. Сейчас, а сейчас они тебя... Ну ты же на них сотку не ставил, правильно, да? Не хватало. Так, ЗК, чек медла, один проходит сразу на девятку. Три игрока бегут быстро-быстро-быстро под Б. И это выход нижняя Т-шка и мид, скорее всего, нет. Пекс остался ждать. Оп, нычку занял один из игроков Анексис. Ну, Пекс этого не видел, мы это видели. Подожди, а вот это уже пошли приколы, а вот пацанчик бегает просто с ковбойскими стволами. Не-не-не, это не прикол. Или этот девайс это мощный пистолет, на самом деле, его часто берут. И вот застал врасплох Пимса на бустере. Адрен минус дал, а трое уже под Б, минус Каспер в каналке на Б. Плинте остался один Каджунг, которого сейчас просто, да, ему делают Каджунг и 4 в 2. Моментально. Вот такие вот Team Dynamic. Ну, ты видел, как сыграли? Да, вот. Просто, вот дефолтный, просто дефолтный раунд, тупо. 4, как бы, один мид, 3 Т-шка, еще один мид стоял, ждал, чекал мид, чтобы в центре парня своего не убили. Ну и в конце уже был очень успешный врыв под Б. Ну, если бы Зигу, конечно, не открыли в начале американцы, то вряд ли бы получилось сыграть успешно под Б. Ну вот смотри, американцы берут вторую пистолетку, сейчас посмотрим, что они будут. Отдадут они эко дважды или нет? Потому что Анексис закупили с диглами, есть 4 дигла у парней. Вот Анексис любит диглы. Да, вот сейчас посмотрим, как же парни с этих диглов будут расправляться. Ну, я думаю, что все будет окей. О, там на длине пошел кураж бомбей просто какой-то. Ой-ой-ой, вот, прямо вот этот девайс вот именно, вот именно эту фразу от него надо было вставить сюда. Ну, здесь Team Dynamic нормально сыграли. Вот знаешь, что мне вот единственное, наверное, нравится в GO, то, что вот начали использовать кучу юзовых девайсов, которые были в 1.6. Вот, например, вот такой девайс, как он называется? Что-то там, да? Петушок. Вот этот вот. У которого 50 ну, да, патронов да, в обойме. Просто петух или утка можно называть. Да, как хотите, называйте. Но вот этот девайс использовал, наверное, только один игрок. Это бывший XB Муму, если кто-то помнит так. Мне говорят посмотреть на Пимпса. Я посмотрю сейчас на Пимпса просто. Ну, упитанный, красные щечки. Такой сочный внук. Внучок. Внучок, сочный внучок. Так, ну давайте за ним посмотрим, на с его розовой аватаркой, фиолетовой, или как этот цвет называется, розово-фиолетовый, не знаю, пурпурный какой-то, Пекс минус в медле, ну Пекс сейчас будет собирать халяву, которая есть на пару, что-то последний для игрока защиты, и ласт, вот товарищ, ой, свак тут пошел топить его же с пистолета. Ну и за что получил? Застрелил, но у меня почему-то у свага не отображается автомат, у тебя отображается? Нет. Не, у тебя отображается свак шутки, а у меня нет. Вот у него вроде он девайс берет. Оп, нет, все, поменял на АКМ, должно быть все нормально. У меня вот так вот это все выглядит. Ага. Это не очень четко. Ну 11-7. Ну нет, динамик будут давать здесь стараться камбэк. По крайней мере, минимум достойно не сыграют. Я уже думаю, Анексис они догонять должны. Так, не, команда динамик на опытная, друзья. Так что все окей. Так, ну вот Нили здесь как-то простреливает синий. МСЛ с банкой. Как-то плотно вообще на контакте американцы хотят выйти. Не знаю, дается две флешки с банки. Но у них вот преимущество только по флешкам. То, что они могут их отсюда пробросить, как бы, да. О, и все. И в итоге вышли. Кик открылся. Ой, не дал ему уйти. Там Нили нормально разыграл Адрен против Нили МСЛ. Вот только что-то непонятное произошло. Да. Ну, он там дал размен. Он дал там минус 2. Он забрал яму, забрал еще одного парня поближе. Вот сейчас интересный момент на Пимсе будет. Плюс к Пимпсу идет хелпа как можно быстрее, чтобы зачекать длину. Если там кто-то, смотрим на Каспер, полетела флешка.
на разводная, и Каспер отвлекает на себя внимание, показывает, что он на просвете, чтобы Пимп смог открыться, но тот все еще стоит. Что за план банана от Так, датчан? Ну а смотри, там вообще все интересно происходит. Анексис уже поджали, СБ Пунта знает, что... Ты посмотри, там есть... Вот, на длине находятся все игроки, вот смотри. Каджун, да. Он просто стоит, ждет, но его прочекают. Американцы будут когда заходить, они, скорее всего, посмотрят. Все 58 по-любому. Так, а вот... И минус один, минус два кладет, но увидели американцы, и первый сразу прочекал его на позиции. Да, шли чекали, но просто вот по стрельбе не получилось. Ну и два фрага от Каджумба, в принципе, сейчас от американцев не оставляют ничего. Вот остается АЗК, который постарается сейчас нас удивить, наверное, своей стрельбой с ВП, но я думаю, что с пистолетом он здесь добьет быстрее красного парня. А времени 10 секунд, все, это сейв девайс. Да, будет сейвить свой девайс. Ну вот Каджун попытается ему помешать это сделать. Да, вот четко Каджун слышит, что перетянулся на распаун и попытается догнать своего визави. Но... Не получилось, да. 12-7. 12-7. По один голос мы с тобой. Так. Есть девайсы, да? У парней из Team Dynamic. Ты можешь, кстати, смотреть деньги, как бы нажимая на таб каждый раунд. Да, вот к этому я еще по-прежнему не привык, что вот... Привык я в CS 1.6 считать. Как бы там есть деньги, MVP, очки, вообще все. Тут можно такую статистику, на самом деле, в этой игре можно выводить безумную. Можно реально выводить статистические данные, если научиться их вынимать из игры. Знаешь, вот просто игру сделали гораздо проще. Вот. То, что надо было раньше делать, вот считать в уме, там, вот, все упростили в разы. Так это хорошо. Конечно. Это удобно. Это более доступно стало, и может теперь игра... Ну ты понимаешь, Valve поддержали формат по правилам, которые придумали CPL. Как 10 лет назад с лишним там, да? Угу. Как бы, по-моему, это отличный варик. Хотя бы, ну, конечно, раки будут в любой игре, но тут хотя бы 5 на 5 будет с кем поиграть в любое время, в любой день. Ну да, вот у Valve уже получился один замечательный проект, Dota 2. Которые вот, не знаю, я... Но они наступают на киберспорт, их там не интересует, например, увести аудиторию Battlefield какого-то там или Call of Duty. Ну да, они делают для проигру, которые будут играть в проигры, и это не может не радовать. Оп-оп-оп, ну вот тут смотри, MSL что-то пытается сделать, оп, MSL минус, дал, хорошо, разыграл плент, Фома свой, но Кика позволили сделать размен, странно, что Каджум дал этому случиться, сейчас, вот смотри, сейчас он чекнет с прыжка, скорее всего, нет, он слышит топот. Он ведь гранату, ведь парыч пытается накрыть, не получается, Пекс его бреет сразу, и Team Dynamic будут бороться. Так, вот Пимс попытается сейчас под флешку с ВП. А там еще Нильс парыч идет, и Пимс, Авик, ну. О, вот это больно было, АЗК сейчас, Нили минус парыч, Кика там ласт, Пекса давит, и опачки Нили, вот это Анексис, вот это Дания, вот это Counter-Strike Source команда, которая уничтожает Team Dynamic сейчас просто без шансов. Да, просто разрулили. Ты понимаешь, они взяли 2 в 3 выбивания выиграли. Да, выбивания 2 в 3 выиграли. Ну, знаешь, вот у американцев вообще не получалось выбивать, эти сделали все четенько. Две флешечки, аккуратно один сделал минус, дождался, второй пришел с пропета, убил двоих. Но это называется тимплей. Ну не факт, но мне кажется, тут больше индивидуальный скилл порешал, потому что игрок, который выбивал зигзага, опять-таки же, американцы были по одному, непонятно почему. А я думаю, что у американцев просто слабый тимплей. И у Анексис он явно сильнее, выше, как бы, все такое. Интересно. О, смотри, а вот АЗК контролит как раз вот эту подсадочку уже, вот ту, которую ты говорил. Вот делали Team Fnatic, он просто с ВП стоял и контролил подсадку вот туда на текстурку. То есть уже игроки приспосабливаются потихонечку. Ну ее просто вчера увидели, ее, наверное, все посмотрели, но это реально был такой крейзи момент, бешеный, реально, когда берут, подсаживают фриса, и он такой... Ну никто не ожидал просто. Да. 5 дней, говорит, тренились. Ну, в интервью сказал Моди 5 дней, на самом деле они играли 6 или 7 дней. Но я думаю, что индивидуально каждый из них отыграл немало времени. Ну это разница, понимаешь, вот если бы тебе сказали, я играл неделю, и я играл 2 месяца, да, это разница. Просто... А дай ссылку на Steam аккаунт, я посмотрю, где ты играл, с кем ты играл, как ты играл. Все будет ровно. Я гонял место. Не знаю, зачем они в интервью так рассказывают. Может, они, да, командой тренились, конечно, они мало, но... Поляки в очередной раз удивили меня на этом турнире. Просто удивили. Да, они всех удивили. А здесь врыв на Б от Team Dynamic, очень быстрый, зверский, как бы, и выбивание 3 в 5 будет от Anexis. Не, ну 2 в 4 ходили, давай вот 2 в 3 ходили. Так, минус от Пимпса, наказывает Пимпулька. Ну, а ЗК что-то заблудился, по-моему, вот. Или не успел он залезть в окно, или просто... Смотри, МСЛ-чик. Да, флешечка отличная пошла. МСЛ-чик готовит сейчас еще молотов. Поджигатель. Ну так, падает бумбокс, есть поджигалка в руках, свак дает минус. Надо убирать как-то
Здесь было Дэнс, не посмотрели направо и отдались, смотрев на Пекса. Ну что за дела? Кика залишал. 13-8, Анексис, соберитесь. Но от этого наша игра становится только интереснее, потому что вот, казалось бы, американцы, которые не могут собраться, вот, ну, потихонечку набирают уже энное количество раундов и подбираются к 10. Так, что же сейчас у нас будет происходить? Давай смотреть на мини-карту. Ну, пока, видим, растянулись американцы 3-2. Ну, игра такой своеобразный дефолт. Пекса там уже сейчас будет контакт. В доме это минус. Вот он минус. И все хорошо. Ну, еще и чудом выживает, на самом деле, Пекс. Остается у него всего лишь 7 хп. Кика. Минус пимпс. Ну, нормальный сбор, на самом деле, эко, с одной потерей пока еще, в принципе, терпимо. Вот, а вот этот ящик не нашивается, да? Вот. Да, ящик не прошивается, здесь пока мало что простреливается. Вот. Но Valve, опять же, будут работать, как они сказали, над этой штукой, то есть прострелы они будут рассматривать очень подробно, то есть... Тщательно, так скажем, да? Да, они просто сейчас не хотят баланс в игре сбивать, вводить их, да, они хотят закончить... У них есть план, нормальный план. Составленные планы, они действуют по нему. Это хорошо, когда знаешь, что делаешь. Самое главное, что у них там хотя бы вот успокоили любителей М-ки, кольта с глушителем. Друзья, будет кольт с глушителем. То есть будет М4А1, скорее всего. Все переживали, да, по поводу кольта? Ну да, но здесь как бы кольт не тот, да. Здесь просто фирма кольта, а М4А4 вроде называется автомат, если посмотреть даже. Ну это новая модель, по-моему, типа, которая была на вооружении у американских. Да, да, но у них там все модели оружия их не военных. Очень. Например, Калашников... По популярности, по-моему, их убил. Еще ну да, до своего рождения. Огневой мощи. Посмотри, 13-9. Сейчас американцы будут догонять. Так, ну это должен быть экономический раунд. Сейчас посмотрим, что там по деньгам у команды Anexis. Нет, денежки вроде бы есть. Хотя все-таки сливают. Было практически у четверых игроков 4+, но вот решили все-таки слить. Так, Адрен, так, увидел длину, но взорвали. Ой, на две гранаты красавцы сыграли просто. Анексис поджали длину вдвоем. Пимс на прикрытии, минус от АЗК. Есть, сбирает упор, минус не ля АЗК, минус 2 длина. Тут Анексис не пропушили, с П250 не убили одного ВП. Ну и два дигла осталось в стане живых, которые стоят в тауре на Зиге. И Зиг минус, нет, не минус, таур разваливается, не сработало. Подсадка у Анексис, горе, паника, беда. Горе, паника, беда. Ну, чуть-чуть не попали, походу, в проходящего игрока. Ну, как чуть-чуть? Они вообще не попали. Вон, вообще не попали, на да. 3, на 30 кп свага задели, как бы, и все. Ну, и при том, что сейчас атака... Оп, пимпс, может так, сейчас так, смотри, пошел выход у нас на Б. Каспер принимает строечки, но... Так, флешечка все-таки без шанса. Забирает пимпса. Ну, да, да. Тут, в принципе, быстрая эко от Анексис. Ну вот теперь есть деньги. Давай смотреть на пимпса. Там 6600 по деньгам у него, 5800 у Каджунба. И там, наверное... Одно ВП точно мы увидим. Да-да-да-да-да. Авик от Пимпса. 4 кольта у Анексис, Нили, Каджумб, Каспер. Так, а меня еще тоже... интересует такой вот вопрос. Сколько дают за Knife Kill денежек? За Knife Kill? Не знаю, не знаю. Что-то где-то я слышал, что 1500. Надо спросить пацана, который меня вчера зарезал. Сколько ему заплатили, да? Да не, Юр, сегодня с тобой будем играть и узнаем сколько. Да, вот надо вот такие мелочи знать. Теперь может ножа убивать, просто экономически выгодно. Слушай, тебе не кажется, что у Анексис просто сейчас вот на случился полный провал? Я не понял, как это произошло, но тема в том, что там уже как бы бомба да, вот стоит, и они... Пока мы выясняли тему с ножом, Тим Динамик просто прооркадили аплент и... Ну вот смотри, а вот Анексис понимает, что ну вот отданный плент и 3 в 4 ситуация, ну вот и они даже не пытаются выбивать. Правда, у них... Ну, нет, смотри, вот тут 100-хэповые пацаны. Юра, ну это Европа. Это европейская команда, которая сейчас считается одной из лучших. Они играют прайки с непами, со всеми командами, опять же, той же старт-серии StarLadder'а. Да, они часто и много тренируются. Тем более, это чемпионат, к которому не готовились. И даже если они не знали раньше, что сейвить выгоднее, чем не сейвить, да, то теперь они это знают. А американцы, они там рубятся у себя. Них, у американцев было куча достойных примеров успешных команд. Вот, начиная от Team 3D, там, и пошло-поехало Complexity. И все умели сейвить. У американцев как бы... У них свой стиль игры, но они никогда не были CSGO вот так. CSGO сейчас очень популярен в Америке, и у них там, ну, нет такого, не было буткемпа, понимаешь, в Европе у Team Dynamic не было, не играли они с европейцами. Вот они тренировались в Америке против своих же соотечественников, тоже сильных, да, а может они там кого-то надрали, кого-то нет, да, но с европейскими командами опыта они еще не получили. Вот реально ключевой опыт, он будет у них
только с Европы МХО на данном этапе. Турнир в Европе. Тут нипы, которые все придумывают. Практики мало. Мало практики у американцев. Либо она не та. Ну, плюс стили игры разные. Ну, то есть точно есть так же можно сказать и про европейцев, что у них не было опыта играть с американцами. Правильно? Да, но американцы не используют половину того, что юзают Анексис. И тут виден так, уровень. Вот, это уже говорит о другом. О чем о другом это говорит? А, вот... ты как Дед Мазай, ей-богу. Дед Скоро Мазай. Тебе еще говорить поговорками, и точно тебе премию Грэмми дадут за это. Ну все, тогда пойду читать поговорки. Смотри-ка, тут Пимса согнали, ушел он с тупочки, дал инфу, что А занято. За Аркадио МСЛ 0. Если по карте посмотреть, то расклад вообще впечатляющий. Три игрока атаки на длине, Пекс уже прошел на плент, ждет стяжки с Парыча, при том, что Пекса оставили одного в пленте, и дефенс пока не понимает, а это или нет. Свак минус под Б, защита дернут. Дернули, идет просвет, аркада. И вот если сейчас разыграет плохо Каджунп, это будет траур для всей Дании. Хотя траур для Дании был, когда Фнатик не вышли. Ну ладно, а тут Каджунп минус кика. Отлично. Бомбу, главное, не дали поставить. Играется подсадка плент. И опа, минус в пленте от Каджунба. Еще один падает. Бомба нет, она да, стоит. Свак забирает медле. Она стоит. Бомба, ее надо дефьюзить. Ну. Свак, Адрен. А, тут Адрен с длины, это проблема. О, Адрен, ошибся, не туда попал. Свак пытается из дигла убивать, но бомба уже раздефьюжена. Человека мы с ней камнили, и это провал для United States of America and Canada. Знаешь, не провал, просто плохо разыграли вот ситуацию. Были вроде бы в численном преимуществе, но потом вот что-то у них пошло не так. Просто Анексис очень уверенно действует. Вот реально видно, когда парни идут на выбивание, они идут до конца. Вот у Анексис просто присутствуют какие, знаешь, такие скилловые моменты. Вот нельзя сказать, что у американцев вот есть такой нюанс. Да, абсолютно согласен с тобой. Так, там у нас АЗК на Б уже играет очень агрессивно. Кстати, а вот на Б дымок, я так понял, не часто используют, да? Потому что вот. Ну да, не да. Спеша, не, ну они, как да? Не часто, здесь просто в этой игре. На самом деле там дымит стэшка, как бы, часто. По КД. Обычно по КД, но типа, вот европейские команды закидывают по КД или нет? Ну, вообще нет. Так, вот под моменталочку врываются на АЗК. Я понимаю, что ее выгодно держать открытой всегда, да, и давать в последний момент там какой-то молотов. Вообще, вчера, знаешь, какой был эк-раунд интересный сыгран? Один молотов упал под Б, в итоге там на хелсбарах просто. Погорели все, влетает одна граната, и такие минус 4 просто сладкие. О боже мой, я вчера там на это посмотрел, был в восторге. Что можно творить в CSGO, если делать это вовремя? Ну это интересно. Ну смотрим на Каспера, и сейчас на него там будут выходить медленные американцы. Так, ну и да. А, тут Каджум, нет, тут все. Тут слабое. Ну это домой, парни, смотри. Одна флешка. Оп, размен, нет, все-таки разыграли нормально, Парыч убьет МСЛ, да, бреет Парыч, все, нет отрезающего и 2 в 3. Ну опять-таки же бред, вот зачем Парыч вот так спешит и вылетает просто вот в аркаду, вот просто выйди, слоу, убей ему спину. Просто, ему просто выгоднее было, видимо, на тот момент, он думал, что ему выгоднее будет выйти, убить сразу и стянуться, чем подождать и спрыгнуть в спину, потому что если услышат, спину, да? Ну нет, если услышат, то там сразу шмеда закроет 2 человека. Он мог даже подумать об этом, но я сомневаюсь. Так, кик остается один против двоих, зажатым. Один на один остается кик, на самом деле разменивается. Флешка удачно отворачивается, между прочим. Ждет врага, враг идет с разных сторон. Ну вот, как видим, жестко-жестко манцуются они в пункте. И Нили, великолепный отжим просто. Да, прицел и даже не успел раскрыться, как две пули. Анексис Бруднючий, ну опять-таки же, вот ты говоришь, что было лучше бы, если бы он там вышел, он как-то подрасчитал. Мне кажется, вот все-таки... Крыска, она должна быть крыской, от которой ты идешь уже в спину, но ты должен идти убивать одного стабильно, а не просто выходить с парапета и умирать без размена. Ну это бред. Зачем ты вообще твоя? Твоя миссия полностью провалена. Ну вот Свак ее полностью провалил. Крутой чувак типа, да, Свак? Он сделал все не как Свак. Это так. Очень увлекательная игра. Да, последний раунд у нас остается взять команде Анексис. У американцев не все так гладко с денежками. Есть у них кольты, правда, но есть и фамасы. Оп, пошла раскидочка на мид. Флешка проходит, АЗК Парыч. Но они хотят сейчас Парыч дернуть и выйти мид, походу. Если, конечно, Пекс убьет, но Пекс падает и без Пикса. Что же будет делать АЗК? Ну, надо глянуть. Опа! Нет, не зашло.
У нас первая пуля. Так, ну а ЗК еще и прилетела. Грена сюда. Да, и Грена, кстати, здесь на самом деле, друзья, снимает не так много хп, как кажется, да. Но звук настолько противный и мерзкий, что реально тебе страшно становится. Вот как я выйду сделал с CSGO. Ну, что, прием длинные. Свак пробивает вместе с Адреном длину. Минус Нили, кстати, еще был синхронно сделан. Анексис готов принимать. Пимс плюс МСЛ вдвоем. Падает дым. Пимс готов и полетел. Так, ну смотри, Анексис вдвоем фреспа принимает. Ну вот это интересно уже. Ну, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Один врывается, перестрелка, минус от Адерна и три контри длину, по сути. О, вот это в дым вылез, просто вылез на 5. Тут в дыму, вот я наблюдал за игроком, который выходил из дыма, просто потеряшка какой-то, ты вот себя чувствуешь. Такое ощущение, как будто ты аж замедляешься. Да, 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 в этом дыму такое ощущение есть. Как в говне плаваешь. Да, по болоту. Ну. Не, ну вот... Скилловые моменты, например, вчера мы видели много, опять же, с тем же дымом связанных. От кого? От Mouse Sports мы видели, опять же, как там MX в дыму решал, или там Rattlesnake вытворял тоже делов. Это британец, да, Rattlesnake? Да-да-да, который выиграл, кстати, на CGS больше, чем Na'Vi. А что такое CGS? Championship Gaming Series. Была такая шпилка по Source, был такой турнир крупный. Ну, типа, супер мировая лига в Америке, по телевидению ее показывали, все такое. Больше, ну, и... больше, чем Na'Vi вообще за все время? Больше, чем Кайсеры. Ну, там, понимаешь, там, то есть там одному фаталити заплатили 200 тысяч долларов за комментирование, там такие деньги. Ну, понимаешь? У него просто брендфейс такой шикарный. Опа, минус от АЗК, свак, естественно, АЗК помогает расправиться с соперником. 13-15. Так, ну что, ну, Тим, что? Динамик? 15-15 хотят или как? Да, хотят, точно уверен. Вообще, надо посмотреть просто ситуацию в группе, как она складывается, и понять же, что хотят американцы. То есть, неясно, следят они параллельно сейчас за тем, что происходит или нет. Тем временем, факулти борется с лимонными псами, и там 14-12 в пользу факулти. Как я понимаю, или нет. 14-12 в пользу парней из... Ой-ой-ой, так это же Скорбот, да? Из Lemon Dogs, да, тут везде есть Скорботы. Круто. Круто. Я тоже так думал. И думаю до сих пор, что Скорбот круто, скоро на Старладере будут свои. Итак, АЗК, Пекс, проход в парыч. Ну, у Анекса что здесь? Трио, как видим, на длине. Есть товарищ Каспер, но он тут вряд ли поможет чем-то. Ну, единственное, что он может сделать, это... Где же он у нас? Так, ну и смотри, вышли уже Team Dynamic под шифтом по зигзагу. Да, при том, что вышли, реально. На морозе, а Каспер стоит, ждет длинный. Ой, упал дым, ой, беда, что делать. А тут десант, вот-вот-вот, после дыма пошел десант. Смотри, выбивание рекламы. АЗК занимает плент, влетает дым еще один в точку. Все, бомба контрится. Осталось только отбить парыч по факту, как бы. Адрен пытается законтриться, ВП здесь. Так, ну будет выбивание у нас массово с длины происходить. Давай смотреть туда именно. Адрен вообще как-то не заходит у него стрельба сегодня, да. Да, с АВП не попадает этот парниш. Сыграл. Опа, АЗК минус Нили. Ну, 14-15 и нет денег сейчас у Анексис, друзья. Вот вам, пожалуйста, ничья от Team Dynamic. Вот как ни крути, но все равно вот у них получается это сделать. Ну, вот у американцев всегда был такой свой стилек. Брали они вот своей неординарностью и за счет, наверное, таких каких-то... нестандартных действий. Так в этом и прикол, да. Вот таким командам... Что произошло? Они просто все в медле взяли поплетки и стали мидл простреливать одновременно втроем. И никто не попал. Изнасиловали бедную дверь, и никто не попал, да, это... Это провал. Ну что, пошел врыв против пистолетов, свак открывается, кика минус Каджун, свак забирает Каспера, все, бэплен занят. АЗК будет забирать, в принципе, весь этот расклад. Посмотрим, как сыграет сейчас МСЛ, Пимс. Ну, так, ну просто... вот МСЛ не ворвался, смотри, не ворвался в плент. Вот он, врыв из дыма, и первый упал, все, пошли прострелы двери. Не, Америка тут плотно встала, свак забрал МСЛ в очки, последним остается Нили. 65 кп против пятерых игроков, нереальная ситуация. И ло-ло-ло-ло-ло, будет бороться? Будет, конечно, куда деваться. Илюш покажет нам блестящий момент. Слушай, тут момент настолько блестящий, что у чувака экран залепило белым
светом. Что ты же решил спародировать русского комментатора, да? Ну, да. Это Таф мне сегодня его показал. Рассказал. А ты не видел до этого? Нет, я не видел. Вообще. Ну, чувачок на самом деле очень круто выкрутился, как по мне. Не, ну что ж, ничья, в принципе, ну вот просто такие сухие ГГ. Так, а ты хотел нам рассказать, что там у нас в группе происходит, и нужна ли ничья американцам? Вот как на это повлияет вообще? Ну, такой вот расклад. Сейчас посмотрим, как повлияет такой расклад на это, на все. Нужно просто сейчас еще обновить таблицу и сделать это. У меня не получается. Вот только так, если. Так, Лемон... Так, Динамик, сколько у них? 2 игры и 4 очка. У команды Анексис 2 игры и 2 очка. 2 ничьи у Анексис? У печалька. Не-не-не, не 2 ничьи, подожди. У них была 1 игра и... 15-15, да, 2 ничьи. Вот обидно тогда уже у тебя было. Сколько у них было? По-моему, 3 или 4 матч-поинта, но так и не собрались парни. Это печально, у Нефакулти, походу, 2 игры и 0 очков, как я понимаю. О, нет, там сейчас еще игра разворачивается и продолжается. Да, там 14-14, если верить скорботу. Ну, та игра еще не сыграна, но я поставлю, наверное, на то, что Нефакулти все-таки одержит победу над Лимонными Псами, иначе они не Нефакулти, хотя... Просто оставлю 1 игру и все, 0 очков парням. Вот. И вроде бы вот ситуация выглядит вот так вот. Так, а давайте глянем. Так, 0-4-2-1. Ну что, Динамик 1 победа над Факулти. Лимандокс. Скорее всего, выиграют у них. В ничью сыграли с Анексис, но еще не выиграют, еще непонятно. Там счет как бы 14-14. А ну-ка, скоро будет 14-14? Да, есть... стоит бомба, и Лимандокс сейчас возьмет 15-й, по-моему. Сейчас будет еще одна ничья, и все, и группа супер, и супергруппа activated. Слэм, алло, алло. Рекорд 1 пропиши. Так, 10 на сервере, go stream. Off туалет звук. Что за туалет звук? Как нас слышно вообще? Давай посмотрим. Может реально там какой-то бардак, а мы комментили как дураки. Может реально как там дураки? Какой-то бардак, а мы комментили? Нет. Я понял, в чем дело, Юрий Страйк Терещенко. Ты накосячил и выключил мне микрофон? Не-не-не, тема в том, что... Я не выключил микрофон, тема в том, что ваш микрофон. Я же забыл. Пардон, скажи что-нибудь. Раз-раз. Алло, ну вроде дергается. Просто звук такой получился из-за того, что мы сидим реально в помещении, где есть эхо, и плюс еще микрофон Юрса захватывает мой голос. То есть мне надо говорить потише. В этом прикол. Вот беда. Ну или тебя погромче, чтобы ты меня не фанил.